Всем привет, с вами канал Артмания. И сегодня у нас последний день отпуска, мы почти в Самаре уже. Проехали Тольятти, между Тольятти и Самарой где-то так. Вот, вот это нам все, конечно, роллтоны, вернее, мне не понадобились, моему мужу тоже. Просто было некогда их есть. Мы отдыхали, кино, дискотеки, туда-сюда. Не было вообще времени, приходили в только почти что там 12 ночи, сразу укладывались спать, потому что с утра рано вставать. И было не до еды, я даже немножечко похудела. Вот в прошлый раз я немножко поправилась, потому что я их ела. Вот, а в этот раз я не стала, что-то некогда. Тут я вот все складываю. Вот, и тут, конечно же, мой отзыв. Плюсы и минусы. Я тут тщательно собирала на отдельном листочке я сделала. Здесь вот плюс, хотя мне дали такой вот. Вот. Но я все-таки решила написать отдельно. Потому что и минусов много, и плюсов, и они где-то одинаковые. Вот. Потом я это все, наверное, вам расскажу. Отдельно посмотрим ролики или в конце ролика. Телефон. Ладно, подарки пока не буду показывать. Подарки покажу дома. Вот, дома в нормальной обстановочке. Вот. А сейчас тут только вот как у меня тут все сложено. Тут еще журналы прибавились, я купила в Казани. Вот тут вот все аккуратненько у меня сложено, сейчас складываю. Здесь вот у нас вся техника, пилоты. А, монетку Йошкар-Ола. Где-то 200-250 рублей она стоила. Вот, у меня муж такие собирает. У него коллекция целая. У меня чуть-чуть есть. Я думаю, надо собирать, пока ездишь. Пускай будет. А то потом не вспомнишь, в каком городе была. Тут так обувка. Он потом вот так ложится. Вот. И сверху накрывается. Еще вот осталось мою вот эту сумку. Косметичку. Вчера нас в Казани остановились. Говорит, снимайте сумку. А я рюкзак вот эту поставила. Он проехал через линию. Вот. Она говорит, снимайте сумку. А я не пойму, как... Я не поняла, уставшие, мы бежим, теплоход отходит через минуту буквально. Я думаю, как эту сумку отстегнуть-то? Думаю, она же у меня не отстегивается. Не понимаю, говорю, какую сумку, как отстегнуть? Он говорит, поясную сумку. Ну, я скорее оттуда вытащила телефон, камеру мужу отдала. Она практически пустая, ее просвечивает. Говорит, а где у вас? Говорит, а что было в сумке? Я говорю, телефон был. Она, ну ладно, вроде. А муж кричит, камера. Говорю, что ты орешь, камера? Если камера просвечивает, если камера, короче, через эту линию проходит, то все снимки практически удаляются. Уже у меня два раза так было. Флешка ломается сразу. У меня вот на той камере флешка одна сломана. Потому что прошла через линию. Вот другая там флешка была у меня в кармане, что ли, что-то такое вот. И все, теперь она это постоянно удаляет. То есть обидно. Флешка за 1000 рублей. И все, она просто сломана. Пообещай. Обещаю, съездим в город. Обещаю, съездим в город. Если на точку мне в городе купят вкусняшку. Какую? Это маленькую куплю, маленькую. Крошку торта. Вот. Крошку торта я тебе куплю. А где мой банан? Какой банан? Какой банан? Ай, ну сейчас я тут что-то. Не знаю. Какой банан? Желтый. Желтый банан у меня где? Не знаю. А где мой банан? Не видел. Ах ты! Проказник. Фу, как тут жарко, хотел, слушай. Банан. Ладно, да, нас еще на ленте задержали. Да, вообще. Отстегните сумку, я не пойму, как... А я думаю, как этот рюкзак отстегнуть-то, господи, думаю, зачем? Оторопишься. Мозги уже совсем в другом думают, скорее бы успеть, блин. Не вижу, кто там кричит. Кричат, вижу. Не вижу, вернее, слышу. О, сегодня теперь в Самаре подъезжаем. У нас жарище. Жарище у нас. Хороший все-таки у нас все равно город Самара. Тепло, нежели на севере. Такая штучка, покурить можно.
понюхать вернее. А вот здесь, кстати, вот тут вот, очень тепло. Очень тепло. Когда сильные холода, можно было сюда подходить. Здесь можно сфотографироваться. А уже все грязно. А здесь стрекоза прыгает весенняя. О, смотри, какие пейзажи, Жень. Смотри, какие там деревца. Пейзаж. Летние пейзажи. Ветер наконец-то стих. Приближение к Самаре. Вот она, дорожка. Шлюзы проехали. Тут ж так узенько. А мы тут были вообще? Мы ночью, что ли, тут приезжали? Чё, не, я что-то первый раз все это вижу. Это же это. Здесь шлюзы, а там ГЭС, гидроэлектростанция. Слушай, а мы шлюзы, три шлюзы проехали? Два. Не, мы мне кажется, три. Когда... Кушали. А вот смотри, этот тварняк идет вдалеке. Вот у нас ты сейчас. А-а-а. Особняки какие. А еще говорят, в России люди живут тяжело. О, какие. Окна какие там. Заправка катера. Но все равно у нас здесь село. Экскурсии, ой, тогда замечательности нет. А вон пещера, ты там лазишь. А, видна уже пещера. Мы едем. Мы уже в твою лестницу.
Видишь человека около креста? Нет, без бинокля. Жень. Без бинокля, вижу, без бинокля еще выше. Кто там? Мужчина? Мужчина, по-моему.